Решающая карта третьего раунда. Инс против Кельса. Это будет Молтен, размеренная тактическая борьба. Было две местных карты перед этим. Deep Embrace и Corrupted. На каждой из них каждый из противников забрал свою и показал, на что способен в Мутузилове, так скажем, в ближнем бою, во имя, в реакции. Здесь же речь пойдет немножко о других характеристиках Квейкера. Давайте посмотрим. Инс на Вайзере. Это очень неплохой пик для Молтен Фолса. Хорошо, красиво. Заставил обрыгаться жабу, тем самым оставил ее без ульты. Хороший шанс, включи, блядь! Хотя бы один раз! Ну ладно, ракетка красивая. Красивая ракетка, не спорю. Здесь очень опасно стоять, если жаба нападет шафтом. Стека не хватит. Надо промежуточную позицию занять и... Ну хорошо, Инс отгоняет. Хорошо. Размен по основным айтемам произойдет. И только лишь пополнить обилку и рельсу осталось. Хорошо во всеоружии находится сейчас Андрей Инс. Неплохая позиция занята, дабы озадачить оппонента. Типа, иди сюда. Ой, сейчас прилетит. Нет, в ебасосину не влетело. Хорошо. Перестрелочка, шафтец включаем, наверное. Что-то Инс немножко пьяненький, по-моему. Ра-та-та-ташечка. Хороший! Но мы не держим ничего, пора отходить. Блять, а он драться. Этот фраг преимущества, он дорого может вообще стоить. Лучше отойти на незанятый айтем, разожраться и прийти обратно на красный. И на красный обратно идти, ну, блядь, на стеке, на настроении, ребята, на миге, ёптель. Тем более после этой рельсы вообще, ребят, летящей походкой. Та-да-да-да-да. Ты вышел с телепорта. Хорошо. Снова заходит Кельс, ребят, но уже готов принимать его Инс. Минует капли яда. Эх, отравился все-таки, надо драться до конца. Сюда иди, подойди, на ушко тебе что-то шепну. Не успел. В следующий раз подойдешь. Окей. На контроле основных айтемов находится Инс и 2-0 на данный момент. Преимущество его же. Хорошая стрелочка. Держим рельсу. Ребята, какая красивая позиционка. Стоит и самому поучиться неким таким приемом. Ребята, именно некую психологию просчитывает Инс после того, как попал одну рельсу. Раз такой отходит, но остается в позиции, а противник, ее получивший, ну явно, блин, думает, что там он целится и не хочет выходить заново. Но деваться там некуда, чтобы уйти из той позиции, нужно занять определенный угол. И этими условиями и пользуется Инс. Очень красиво, тактично и, так скажем, знаете, как отчасти гарантированно. Вот, позиции, которые дают гарантию при прямых руках, что ты нанесет этот дамаг. Ой, ой, по роже. Мега, ребята, надо не упустить. Жаба может выжрать сейчас. Опа, рокет-джамп. Пошел, пошел. Ай-яй-яй, по жопе. Хороший, хороший, ребят. Прочитано было это Инзом. Так как жабе надо было лечиться. Эх. Прочитана ситуация. Выжран желтый. Посмотрите. Контролирую как минимум 3 айтема на данный момент, Инс. Горжусь вообще этим молодым человеком. Это мой товарищ. Это мой товарищ, Андрюха. Ну. Так, давай, давай. Шикни ему. Ай, блин, мало. Хорошо, что соштрафил мегу. Жаба не может претендовать сейчас. Сейчас желтый здесь. Хорошо, жаба не претендует на красный. После этого желтого надо врываться.
Так и происходит, отлей. Окей. Пополнить бы шафтец. Вот тут снизу лежат патрончики. Инц явно недоволен до сих пор количеством фрагов. И хочется еще. Мимо шафта прошел, ошибка. Этих 85 может не хватить в определенный момент. Клац, и пустой затвор щелкнет, и время, потраченное на перезарядку, противник может использовать для формирования фрагов. А потом что? А потом и контроль заберет. Еще и матч выиграет, еще и по верхней сетке в гранд-финал. Но, по-моему, пресев вообще жабе, привет. Все, что я говорю, это некая фантастика, которая может произойти на Молтоне. Ввиду того, что 5-0 на таком, на плюсбеке, на тактическом Андрее Инзе. Иди сюда, тебе что еще на ушко в прошлый раз не сказал? Подойди сюда поближе. Иди сюда. Блин, да что она дохнет сразу? Я не успеваю ничего сказать, ёптить. 6-0, ребятки, 6-0. Не получается у кельца точку соприкосновения. Темп, который задает жаба, явно не тот, который был у слэшки на Deep Embrace. Ай-яй-яй, молодчик на 4 хэпах оставшийся. Рельса вонзилась в тушку. Сорлок. И не оставила без фрага всего молодца, всего квейкера. И зача, блядь, в этот раз не удалось. Видите, магия все-таки. Эх. Красиво. Все, ему хватило. ГГС, пишет Кельц, ребята. Аплодисменты. Максимально тактическая, позиционная и вымеренная игра на Молтоне приносит Инзу победу в этом раунде. Он выходит в 4-й по сетке виноров. ГГС.